Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня снова закупка из магазина Лента. Достаточно большая, тоже где-то на 9 тысяч у меня получилось. Но все самое нужное. Вот такая вот у меня получилась закупка. Начну я по традиции с мяса и с рыбы. Купила я скумбрию. Это у меня муж хочет на выходные ее закоптить. Здесь у меня сколько? Раз, два, три, четыре штучки. Но они такие прям достаточно большие. Вот. И здесь у меня корешка. Но корешка мелкая. И она по 150 рублей за килограмм. Вот так вот она. Видите, такая достаточно мелкая. Получилось у меня где-то 1,5 килограмма. Да, 1,6 кило. Забрала все последнее. Больше нету. И вообще, кстати, корешки очень мало, что-то я вижу, продается, поэтому взяла все, что было. Дальше свинина, кусочек корейки, фарш домашний, 2 упаковки, индейка, тоже она была со скидкой, так она обычно 459, а там что-то 350 рублей, по-моему, за килограмм, вот, поэтому взяла 2 кусочка. Также здесь сардельки, в этот раз вот такие элитные. Ну, беру какие есть там со скидкой. Колбаску вот эту нашу любимую. И здесь набрала кучу сыров. Как всегда, наш российский, который я всегда беру. И еще вот такой «Радость вкус». Он, кстати, тоже вкусненький, нам понравился. И 2 новых сыра. Я увидела вот такой с томатом и базиликом. Я такой раньше не видела. Посмотрите, он какой. Наверное, должен быть очень вкусный. Мне так кажется. И вот с грецким орешком. С грецким орешком. Это я очень люблю этот сыр. Прям обожаю его. Вот такой вот. Были они, кстати, тоже на распродаже. Я до этого почему-то их не видела. Так, дальше сливочный. Вот такой плавленый сыр. Тоже любим. Взяла вино, тоже оно там распродавалось. Сейчас, знаете, сезон шашлыков, и куча там всякого выставлено к шашлыкам, ну и плюс вино. Я решила взять вот такую бутылочку. Это фруктовое гранатовое вино. Вот, Армения. Видите? Республика Армения. Кстати, мне в последнее время очень стали нравиться наши крымские вина вкусные. И вообще, как-то к нашим винам я больше присматриваюсь, чем каким-то там французским, итальянским. Не знаю. Это, наверное, тоже будет вкусно. Потом масло слобода, вот такую большую. Здесь, по-моему, 2,7 литра. Но я взяла большую, тоже она была со скидкой. И удобно взяла, и надолго хватает. Голова не болит о масле. Хлебушек, вот такой Геркулес, хлебный дом. Вот этот фазер, очень, кстати, вкусный. Фазер, он же много где бывает. Ну, то есть не только в Питере. Производство вот это отруби, микс с морковкой. Он в этот раз в Ленте был со скидкой, поэтому вот когда он со скидкой, я его беру, потому что вкусный, кстати, очень. Так, и вот такую половинку от марки «Оладушкин» Дарницкого. Дальше взяла, увидела первый раз вот это кофе с орешками. Раньше было... А чье производство раньше было? Маску? Маккофе, да, мам? Вот это с орешками. Маккофе. Нет, не Нескафе. Маккофе, по-моему, было. Вот оно и было единственное такой зеленой крышкой, да, со вкусом орешек. С лесными орешками. С лесными орешками, да. Вот мама мне подсказывает. Вот. И его очень сложно было найти. Он постоянно пропадал. А сейчас увидела вот такую марку. Тоже решила купить. У меня, кстати, мама иногда тоже кофе пьет. Вот. И купила маме вот этот цикорий. Мама, тебе нравится вот этот цикорий сублимированный? Я немножко буду с кофе смешивать. Да, мама чуть-чуть смешивает кофе чуть-чуть и чуть-чуть вот этого цикория. А так вкусный вот этот цикорий? Да. Немецкий хороший. Но вкуснее, чем порошковый просто. Ну, мне девочки спрашивали, что вкусно, не вкусно, он же это дороже. Да, это вкуснее. И он чем хорош, он бывает вот не слипается. Ну, вот как это? Угу. Бывает то ли от сырости, и даже, я не знаю, от погоды бывает, знаешь, как комком, а потом его разбили. Нет, это хороший порошок. Ну, то есть он вкуснее, тебе этот больше нравится? Да, мне вообще женщина сказала, что в Ярославской области надо, там цикорий в основном производят. Вот Ярославская область? Да, но это, по-моему, немецкий, да? Баночка немецкая, да? Немецкий вкусный. Нет, изготовитель — московская кофейня на Паях. А, ну вот это фабрика. Московская область.
Ну, в общем, маме нравится. Так он вроде бы, по-моему, рублей 200 стоит, вот сублимированный. Я его со скидкой обычно покупаю, по 150 рублей, вот когда я вижу. Ну, так, ну что-то такое, да. Но он дороже получает, потому что дороже. Обычный порошковый цикорий, он до 100 рублей. 80, где-то 90 рублей упаковка. А здесь, ну, в общем, да. Как будто пьешь кофе. Как будто кофе пьешь? Да. Нет, ну, сублимированный-то, как кофе. А, ну, на вид, да, такой обман зрения. Ну, да. Понятно. Ну, я буду с этим мешать. С кофем, да? Да, буду немножко. Ложку, как говорится, ложку цикория и чуть-чуть прямо вот пол чайной ложечки этого кофейку. Нельзя иначе давление. Да. А хочется. Дальше. У меня здесь абрикосы сушеные, купила инжир, арахис, две вот такие упаковки соленые, у меня муж их любит, масло сливочное Вкуснотеево, наше любимое. Так, еще купила от марки Оладушкин вот такие хрустящие палочки, у меня детки их любят, это какие-то, видите, с кунжутом на закваске, вкусные они. Вот эти хлебцы моей маме тоже очень нравятся, ржаные, от марки Лента, да? Ой, вообще, особенно когда вечером, когда кушать хочется. Да. Когда не ужинаешь, а когда вот так вот кефирчик. Кефирчик с хлебцем. Угу. Ой, вообще сказочно. Да. Так прямо. Ладно, дальше молоко. Большая кружка, большую упаковку. Активия вот такую со злаками. Сметана 10%, как обычно, простоквашина. И творог. Взяла две упаковки Пискаревского и вот такие еще. Не знаю. Я, как всегда, что-то мне захотелось. Так, майонез, который мама у меня постоянно просит. Вот, да, купила. И здесь вот всякие сырки. Вот такие детские. Киндер-пингвики. Вот такие они меня, кстати, любят. Они вот это называют мягкое у меня дети. Вот. Ну и вот такие лентовские. Тоже тут разные сырки набрала целый пакет. Яйца 30. Вот. И... Да, здесь у меня бананы, мы, правда, два банана с сыночком со старшей машины съели. Яблоки мои любимые, Royal Gala, причем я больше люблю, когда они вот такие желтые, они потому что разные бывают, и все под одной, под одним ценником Royal Gala. Бывают такие более красные, вот мне нравятся они, которые более желтые, они как-то послаще. Перец взяла красный, что-то я в последнее время его люблю очень, просто так едим. И киви. Киви тоже там были со скидкой. Такие мягенькие, неплохие взяла. И дальше. Я себе взяла, девочки, вот такую красоту. Я когда увидела такую футболочку, кстати, качество очень хорошее. Я думаю, ну это прям моя футболка. Взяла себе эску, сейчас потом померю вам, покажу. Королева – это состояние души. Да, мам. Вот, дальше у меня здесь соки, два яблочных, потом гранатовый, апельсиновый и вот такой вот грушевый из груши. Квас, дальше картофель молодой, белый, по 47-48 рублей, но он что-то больно уж хороший. Также взяла вот эти таблетки лентовские, они были со скидкой, я их взяла впрок, здесь 60 штук, что-то 300 рублей, по-моему, стоит или что-то в этом духе. Очень хорошие, нам очень нравятся с мамой вот эти таблетки. Никакого налета не оставляют, очень хорошо моют. Жидкий порошок вот такой для цветных белья лентовский, я тоже его очень люблю. Так, дальше что у меня тут? Это шампунь мужу, он у меня только таким пользуется, больше никаким не хочет. Тоже был со скидкой вернель. Кстати, очень вкусно пахнет вот этот ароматерапии. Пион и белый чай. Такой нежный аромат. Очень мне понравился. Мои любимые маски. Взяла себе две штучки. Я о них уже вам 100 раз рассказывала. Они стоят 54 рубля. Очень классные. Очень хорошо увлажняют. Скраб. Чистая линия с абрикосовыми косточками. Тоже его очень люблю. Дальше здесь у меня салфетки. 250 штук. И... кофе. Я, кстати, решила попробовать вот это лентовское кофе. Не знаю, потом расскажу, стоит его вообще покупать или нет, но оно недорогое. Но вообще, что-то без скидок рублей 700 стоит вот эта упаковка. Ну, не знаю, попробуем. Соль маме купила. И здесь всякие пакеты кошакам. Вот такие банки собаки. Вот такие разные две взяла. И тоже сухой корм собаки. И еще дали мне на кассе вот такой вот подарок.
Я не знаю, при покупке чего дают вот такие подарки. Наверное, когда берешь что-то для собаки, дают подарочек какой-то. Или когда что-то для кошки берешь, тоже, наверное, дают какой-нибудь подарочек. Ну, в общем, не знаю. Иногда мне либо для котов дают, либо для собак. Вот так, в общем, пожует она сейчас. Ну, правда, ей это на один зубок. Это сейчас за 5 секунд. Да, за 5 секунд съест. Так что вот такая вот у меня была закупка продуктов. Сейчас покажу вам чек. Бона. Бона, тебе подарочек дали. Бонюшке подарочек. Бонюшечки. Бонюшечки подарочек. Вот она. Давай, ешь. Ешь, моя девочка. Посети время. Вкусно тебе? Да типа для чистки зубов. Ну все, она откусила как бы и все. То есть, по идее, это должны грызть, но у нас пёс, она так не делает так, да? Ну, она хоп, и всё. А должна собака это грызть, да? Грызть. Нет, она так кушает. Вкусно тебе? Сколько? Да минуты не прошло. 10 секунд. Ну это, наверное, может для маленьких пород. Не для... Наверное. Здорово. Все. Вот и все. Вот она, футболочка. Стоила она 250 рублей, девочки. Я просто из-за надписи. Ну, кстати, хорошее качество, трикотаж такой. Прям плотненький, хороший. Ну, вот этот, может, сотрется, конечно. Вот. Но я буду дома ходить. Зачем? Почему дома? Дома буду в ней ходить. Почему дома? Ты королева не только дома. Ты на дороге королева. Да, ну да. Так что вот такая. Хорошо. И вот, как обычно, показываю вам чек. Пирожное – это сырок глазированный, это какой-то Милка. Написано, что это было пирожное. И вот сумма 9851, скидка 2429. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч!